Основные цели фестиваля «Улыбка мира» – развитие детского творчества, выявление и поддержка юных талантов, поощрение в них любви к музыке. Организаторы постарались привлечь внимание к проблемам детей в области вокала и современного эстрадного искусства. Возраст участников варьировался от 5 до 25 лет. Занимаемся мы этим уже развитием детского вокального творчества давно, не первый год. Соответственно, есть друзья, есть единомышленники, с которыми мы поддерживаем определенные идеи развития детского творчества. А есть и просто люди, которым нравится, скажем, приезжать в город Одинцово. А многим нравится так, как мы организовываем фестиваль. А у нас самое лучшее помещение, самая лучшая сцена, самый лучший звук и свет. В фестивале за все время его существования приняли участие многие страны. Америка, практически вся Европа, наши бывшие союзные республики, Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и Молдова. На осенней сессии современного искусства нет зарубежных гостей. В основном представлены подмосковные коллективы, большинство из Одинцовского района. Ребята привезли репертуар, который специально подготовили к осени. Творческий коллектив 2Т из Больших Везем стал лауреатом первой степени в номинации «Музыкальный и кукольный театр». Его участники показали добрую сказку о глупом мышонке в формате «Театр теней». В камерной постановке есть лирика, загадка и даже чуточку новогоднего настроения. А участники театральной студии «Закулисье» из Нового Городка замахнулись на непростое произведение – пушкинскую трагедию «Пир во время чумы». Как бодрый вождь ведет сама на нас косматые дружины своих морозов и снегов. Навстречу ей трещат камины. Мы настоящая семья. Вот наш отец, многодетная одиночка, растит. Это Егор, он в нашем коллективе, именно нашей студии, как бы не состоит, но все время очень активно помогает во всех мероприятиях нашей школы, организовывает все. Приходилось репетировать. Сначала сложно, потом привыкли. Да, потом было даже намного веселее, чем сначала, когда никто не знал текста, а потом же все влились. Все стало хорошо. Фестиваль «Улыбка мира» – это хорошая площадка для живого общения детей, обмена опытом, знакомства с разными культурами через творчество. Екатерина Старосветская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».